одна, сними меня на это. Нет ничего приятнее, как... Северный форум. И очень большое внимание этому направлению уделяет наш президент Владимир Владимирович Путин. И я рада, что искусство далеко не последняя роль играет в том, чтобы мы все чувствовали себя единым, огромным Красноярским краем. Даже несмотря на то, что некоторые из нас на таком далеком севере для нас еще не были. Тем не менее, сегодня есть прекрасная возможность прикоснуться к северу, попробовать даже копченого муксуна совершенно восхитительного. И, конечно же, посмотреть на те впечатления, которые отразились в полотнах, при этом не только изобразительное искусство, но и декоративно-прикладное. Поэтому я всех нас поздравляю. Я желаю вашим друзьям, вашим семьям прийти сюда, почувствовать дыхание Таймыра и тот северный ветер, который к нам привезли наши гости. Поздравляю всех с открытием выставки. Потому что у нас есть вот такая красивая табличка. Я попрошу внимания на экран. У нас есть символ этого арт-проекта, стол пересечения путей. Сейчас его покажут, но, к сожалению, там нет таблички с названием Красноярск. Все художники, вот видите, все художники с Финляндии, с Ханты-Мансийска, все оставили свои таблички. Вам представляется такая возможность. Это исторический момент. Вот такая красивая буковка О у нас. И теперь эта табличка займет свое место на столбе пересечения творческих путей в городе Дудинка. Спасибо большое. Я никогда не буду наши подарки в исполнении нашего известного этно-гоносанского исполнителя Алексея Чунайчара. Здорово, Сягуня. Здравствуйте, Нашего большого края, посмотреть, снова вернуться виртуально, может быть и не виртуально, после вашего просмотра я убежден, что они будут сняться нам, пока идет выставка, и хочется надеяться, что все-таки мы в скором будущем, мы сейчас говорим, что жизнь наладится, жизнь прекрасна, если такие таланты рождает наша северная земля. Спасибо. Дорогие земляки, я думаю, что богатую многогранную культуру Красноярья и Красноярского края буквально 10 лет назад после объединения дополнила и культура, и культурное наследие, творчество людей, которые живут на далекой Таймырской земле. Вот буквально пару недель назад, когда вся Россия, край, в том числе и Таймыр, отмечали День работников культуры,
я сказал, что весь мир, начиная с первобытного общинного строя, рисовал наскальные рисунки. Люди православные и других народов догадались масляными красками что-то рисовать на холстах. Но появились люди, которые научились на обычном куске оленей кожи выделанной сшивать, делать произведения искусства, которые сегодня стали достоянием, я думаю, что ЮНЕСКО. Я также сказал, что немножко задолго до Малевича наш художник Нгоносанский Матемяку Турдагин начал рисовать черный квадрат, он у нас есть, он в нашем Украинском музее. И в целом я хочу сказать, что вот эти композиции, которые сегодня становятся достоянием передвижными большей части жителей Красноярского края, это правильно, потому что мы должны обогащаться душевно, духовно тем наследием, которое сегодня есть у всех жителей Большого Красноярского края. Всем большое спасибо. Главное, друзья, мы рады каждой победе жителей Тагирского муниципального района. Будь это культура, будь это производство, будь геология, на любом участке, если есть. Решать наш такой творческий десант для нас это очень важно, потому что для нас эта выставка – это действительно праздник. Этот выставочный проект мы можем считать уже успешным, поскольку за эти годы, а вы уже поняли, что этот проект у нас начал в 2012 году, и всего лишь с международного пленэра, и за эти годы искусство, современное искусство народов Севера и Красноярска мы продвинули далеко на запад, и мы этому очень рады. Но самое главное достижение этого проекта – это то, что у нас появилось огромное количество друзей, настоящих, верных, надежных среди художников и зарубежья, и в России. И мы надеемся, что этот проект еще продолжится. У нас огромные планы. И мы знаем, что уникальная, неповторимая природа Таймыра притягивает, продолжает притягивать художников со всей земли, со всех регионов России. Поэтому мы будем проводить такие международные проекты и дальше. И я от всего сердца благодарю хозяина вот этого помещения за приют, за такой гостеприимный наш прием. И разрешите, Сергей Евгеньевич, вручить вам тоже небольшой такой сувенир. Это наши издание. И опять же, Балук, приезжайте к нам на Таймыр. Я знаю, что вы у нас уже были. Я надеюсь, вас видеть еще у нас. Огромный край, бедный, богатый край, но основное богатство этого края, я думаю, конечно же, не в природных ресурсах. Когда-нибудь нефть закончится, а творчество, оно неиссякаемое, потому что оно уходит корнями в далекие прошлые века, и оно не забывается. Культура, которую удается сохранить в эти непростые времена, это и есть основной залог того, что наше государство будет жить и развиваться. И художники, которые своим трудом эту культуру сохраняют, конечно же, им огромный низкий поклон. Огромное спасибо тем людям, которые являются инициаторами проведения таких выставок. Они нужны. Это очень большая редкость. Это настоящее искусство, которое не тронуто западным рынком, которое не подвержено никаким переменам политическим. Это искусство по-настоящему народное. Оно близко народу, и оно близко любому человеку, который любит искусство. И, конечно же, хочется сказать слова благодарности нашему Министерству культуры, которое поддерживает эти проекты, которые любят Таймыр. Я думаю, что Константин Семенович был очень прав. Не надо искать каких-то заоблачных красот в других странах, которые нам объявляют санкции. В нашем крае этих красот не меньше. Он огромный, он прекрасный. Я всех поздравляю с этой замечательной выставкой. Огромное всем спасибо. Дело в том, что я сейчас хочу пригласить на нашу импровизированную сцену всех участников этой выставки. Итак, Константин Войнов.
возвращением. Thank you.
Бабай, бабай.